Ката достаточно простое, но оно интересно достаточно мощными ударами в разных позициях. Кибо-дачи, санчен, дзенкуцу. И с точки зрения, если сравнивать, как в уцуань, есть медленные движения шили и есть быстрые выброс усилия фали. Вот здесь можно сравнить вот эти движения, как раз многократные такие тут мощные движения, выброс усилия. Не надо торопиться начало ката и показать, как это усилие работает в вашем теле в самых разных ситуациях, в разных стойках, с разными положениями, под разными углами. Начинается также из мусубидачи, по команде «Юй» выходим. И начинается со шага правой ноги назад под 45 градусов кибо-дачи с блоком гэдамбарай. И сразу в темп после блока идет цукицюдан. Здесь необходимо обратить внимание, что идет небольшой доворот телом. Сильно повернуться здесь нельзя, но вот небольшое, тем не менее, нужно делать. Мы все удары формируем по этой оси. И, кстати говоря, вот эти повороты в низких позициях, они, если правильно делать, полезны и для здоровья, потому что вот эта связка работает, натяжение фасции, межреберные мышцы. Очень хорошая работа. Если я буду делать в спокойном режиме несколько раз, то очень хорошо укрепляется все тело. Второй шаг. Готовим стопу. То же самое. Довернули тело, включили, собрали живот. И здесь сразу важно обратить внимание, чтобы у нас колени не вихлялись. Колени жестко стоят, сформированы. Далее санчен дачи. Сильно не заворачиваем вовнутрь. Вот достаточно, как мы смотрели, морта цуки вот на этой линии выходит. Гяку цуки. Далее готовим стопу. Дзенкуцу в позиции гяку. Подготовили стопу. Вошли гяку цуки и тюдан. То есть вот эта дорожка, она выполняется в одном ритме, мощно и не торопясь. Дошли до этой точки, по диагонали на носок переносим вес тела, переносим и выполняем удар. Сейчас еще раз. Учу к и удар. Ич, ни, сан, си. Здесь мы не приближаем к себе руку, вот примерно до угла 90 градусов доводим. Сан си. Два удара на месте и вошли. Так, иногда медленно сложно делать, сейчас еще раз сделаю. Ич, ни, сан, си. Шагом правый санчидачи. Два удара на месте. Цуки сюдан. Дзёдан. Дзёдан. Гэдам барай с поворотом бедер. Майгэри тюдан тисоку. И здесь важно немного отпырнуть тело, но не очень сильно, иначе можно повредить своему колену. Стопа прикрывает колено примерно вот до этого уровня. И вход дзюнцуки. Поворот на носках, дзюнцуки, раскрыли ладони, ноките, на повороте кулак левый сжимается, и вошли кибо-дачи. Ич, ни, сан, си. На два счета нога, и еще на два счета отшагивает. И во время всего движения руки у нас не прерывают движение, выполняют свое движение. Ич, ни, сан, си. Нога встала, два счета доработали. Ич, ни, сан, си. Отводим, рука здесь осталась. И длинный киай. Шут! Заканчиваем шутом ашукой.
e-book. Ничего сверхсложного нет, важно сформировать максимально выброс усилия в разных позициях. Суки на как! Okay. Awesome.